Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Схема геноцида Руси». Значит, мои подписчики, как всегда, постарались и прислали мне интересную ссылку на интересный канал, который я вам и хочу предложить. Но для начала я вам покажу, в чем, собственно, дело и как все это дело началось. Значит, вот, кстати, посмотрите, какие интересные часы есть. Башенные часы с кириллическими цифрами в Суздале. Обратите внимание на эти часы. На этом канале вы сможете посмотреть интереснейший ролик про время и вообще о часах, где автор собрал интересные факты на эту тему. Так, давайте. Значит, был у меня вот такой вот недавний ролик «Геноцид Руси по Никонову списку». Так, вот такой вот у меня ролик «Геноцид Руси по Никонову списку», где я, значит, показал интересные моменты 1361-1371 год. Такая момент чума, значит, там и была. И тут бах, мне присылают ссылку. И надо же, как классно! Я, знаете, вот много уже ребят показывал, кто открыл свои каналы, показывают интересную информацию. На многих я своих подписчиков, значит, прошу подписаться на эти каналы. Ребята, я вам говорю, это лучший канал, который я вообще видел. Он мне, ну, очень понравился. Все его ролики очень классные. Вот так, значит, он называется. Во-первых, я очень рад, что появился человек, который работает с документами. Мне очень. Вот теперь-то, я думаю, и дело-то и попрет. Я очень надеюсь, что таких людей нас станет много, и мы быстренько во всем разберемся, потому что одной моей головы, естественно, не хватит, чтобы все книжки прочитать и найти эту самую брехню. Вот, значит, подобный ролик тому, который я вам показывал о геноциде Руси, об этой самой чуме. Вот еще канал Слава Ткаченко. Вот так вот он называется. Вот так вот зовут автора. Рекомендую посмотреть вот этот ролик «Европейская Тартария. Война цивилизаций», где он как раз затрагивает тему. Значит, начинается у него с того, обратил он внимание на зиму холодную 1739-40 года. Показал интересные документы, книги, где описывается эта зима. Кстати, вот из этой книги вот такой вот рисунок, обратите внимание, это, значит, вот европейские тут художники вот эту зиму показывают 1740 года. Смотрите, казалось бы, ничего такого, но люди катаются на санках, как бы тролливали, но на переднем плане, ребята, смотрите, дерево лопнуло от мороза. То есть мороз был не менее 40 градусов, а может даже и более. Я, поскольку живу на севере, я видел это явление, как лопаются сосны на морозе. Короче, интересное дело. Так, давайте, значит, я вам открою сейчас егоный канал. Слава Ткаченко, Вячеслав Ткаченко. Вот, значит, он, сейчас, подождите секундочку, вот, значит, он на эту тему, обратите внимание, сколько он нашел литературы. Все это надо, ребята, читать. И мы быстренько найдем брехню и сопоставим факты. Обратите внимание, погода, вот сколько ссылок, и эпидемии, вот сколько ссылок, события, карты, еще погода. Есть это у него все вот здесь, вот под вот этим роликом. Вот ссылочка. Зайдете, смотрите, может быть, кто
чего-нибудь интересного найдет. Так, давайте посмотрим его на канал. Так, вот так вот. И поехали. Смотрите, еще, значит, я не все ролики посмотрел его. Вот, про вот старинные часы. Смотрите, очень интересно. Очень-очень рекомендую вам. Подписывайтесь, помогите парню, чтобы он не отчаялся, что подписчиков мало, просмотров мало, чтобы у него был стимул для продолжения работы. Так. Троевластие в России. Вот его ролики. Старинные часы или полночь 6 часов. Интересные нашел он часы. Интересные нашел в книгах. Рисунки этих часов. Нашел фотографии 20 века с интересными этими часами в Италии. Смотрите, ребята, очень интересный. Роксоланы. Он нашел книги про этих роксоланов, где описывается. Причем такие интересные факты, о которых историки вообще молчат. Мы вообще ничего, ребята, не знаем. Поэтому я всегда всех призываю, читайте, ребята. А то, понимаете... Пошла такая тенденция, как бы впаривают нам такую штуку, что да, все равно все там брехня, все это переписано в 19 веке, ну то есть как бы и нихер там читать. Нужно, ребята, читать, нужно. Даже в самой брехне находятся такие интересные факты, когда ты этой брехни начитаешь 10 книжек, из каждой из книжки, я уже вам 100 раз об этом говорил, из каждой книжки хотя бы по одному маленькому фактику, по одному маленькому словечку, но когда уже ты прочитал этих 10 слов, 10 книжек, у тебя собралось 10 слов, ты уже хотя бы маломальски будешь иметь представление, в каком направлении тебе двигаться и что тебе нужно искать. Так, вот, значит, посмотрите у него. Тут мало пока роликов, но я думаю, как только вы подпишетесь, я всех своих подписчиков зову подписаться на канал Славы Ткаченко. Помогите приятелю, чтобы он начал вплотную заниматься этой темой, заниматься своим каналом. И я думаю, он покажет еще нам много и много хороших роликов. Спасибо за внимание. Рекомендую, смотрите. Вот эти обязательно. Европейская Тартария, война цивилизаций, смотрите. Прямо сейчас включайте, подписывайтесь. Смотрите, старинные часы или полночь 6 часов. И роксоланы. Обязательно вы должны это все увидеть. Проходите по ссылке и читайте эти книги. Пишите мне или ему на канал, или всем на канал, кого я продвигаю, чьи каналы, на чьи каналы я прошу обратить внимание. Присылайте нам информацию, все это дело мы вместе соберем, вместе с вами, вместе с моими коллегами. И я думаю, мы скоро во всем этом деле разберемся. Чем больше будет народу об этом деле говорить, тем больше мы уже сможем, понимаете, или когда 10 человек что-то там, какую-то теорию продвигают и не может продвинуть, и потому что их там не дают им сказать, как спрятать правду, а это утопить ее, блин, в океане лжи. Понимаете? Но когда об этом будет знать 1000, 100 000, миллион человек, уже это дело не спрячешь, ребята. Как с этой самой Тартарией получилось. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Славы Ткаченко. Подписывайтесь на мой канал. Буду показывать вам много интересных документов. Спасибо за внимание. До свидания.